Больниц по Украине. Поверьте, те, кто смотрел мой Фейсбук или... Вести порядок на таможне и не было черного товара, не надо начать... Будут готовы платить это все в бюджет, а не какому-то таможнику или... Сами еле выживают. И тому я сведаюсь перед вами, я завершую. Разбираю. Приводят бедные детвора страждают. Не забываем за наших доблестных медиков. Вытягивайтесь и хай держава максимально допомагає, чтобы вы уже плюс с бизнесом. Я хочу схилитись перед малим середнім бізнесом. Я против этих барыг, которые имеют возможность во время чумы кормить своих. Я за равные права ведения бизнеса. Мне 47 лет, ребята, в этом году будет. Я сегодня занимал деньги, потому что у меня их нету, просто нет денег, занимал для того, чтобы сюда приехать на бензин. Занимал у своих товарищей с Харькова. Мне люди сбрасывались для того, чтобы я имел возможность сюда приехать на дорогу. Я дожился до 47 лет и занимаю деньги, вы понимаете, имея два магазина, которые у меня стоят, которые я просто, у меня весна вся ушла, весь сезон. Весь товар в Тарине лежит, его можно теперь просто раздать бесплатно, потому что те, кто следит за трендами, за брендами, не купит коллекцию весеннюю уже, прошлогоднюю. Ребята, то, что сегодня происходит, ну, это дно, днище, я бы сказал, понимаете? Потому что такого я не видел. Вас нам искать, потому что у нас будет белое введение моратория на все... Небагато нема справедливости, честности. Только пришел в Верховную Раду. 128-129. Лича, бо це акція не тільки 29-го столиці була киян, а це акція була практично готувати до робочого режиму. Ну, навіть